Очередная практическая проктологическая школа «Прокторус» – дидактика современной малой проктологии с отработкой навыков в ветлаб прошла 8 апреля в Москве на базе Института имени Склифосовского. Уникальнейшее мероприятие в нашей стране, которое позволяет за один день освоить все основные мануальные навыки в оперативной проктологии, научиться дезартеризации, лигированию, склерозированию, лазерной облитерации и, конечно же, освоить энергии в колопроктологии, научиться работать на современном оборудовании и всегда быть в тренде. Сегодня к нам приехали курсанты со всех уголков нашей необъятной страны. Вот, мы показываем и мастер-классы по склеротерапии, по лигированию. Также у нас есть лекции, предоставленные менторами по хронической геморроидальной болезни, по анатомии кишки, по лазерным техникам, а также по методам дезартеризации, по лечению хронических анальных ран. Также у нас будет отработка мануальных навыков при каждом случае и будут рассмотрены операции в записи. Цель наша – обучение врачей, коллег, которые приехали с разных регионов Российской Федерации для того, чтобы все-таки вникнуть в азы малой проктологии. То есть мы даем им лекционный материал, мы даем им практические навыки, которые они могут отработать на органокомплексах. И как показывает практика, мы уже этим занимаемся не первый год, а спрос к данному виду мероприятия среди коллег растет. Выступают самые современные лекторы, самые современные методики, новейшие технологии, все про амбулаторную колопроктологию. Сегодня, как обычно, наши курсанты могут опробовать латексное лигирование, инфракрасную коагуляцию, склеротерапию, лазерные методики, электроэксцизионную хирургию. В ходе конференции у молодых специалистов есть уникальная возможность перенять опыт менторов школы. Я сегодня познакомлю наших курсантов с азами ультразвуковой диагностики прямой кишки и расскажу им про различные нозологические проблемы, которые можно визуализировать с помощью эндоректального ультразвука. Практическим навыкам на наших сессиях уделяется огромное количество времени, и мы учим делать склеротерапию, мы учим делать дезартеризацию геморроидальных узлов, работать лазером, а также научим латексному лигированию. С 2023 года практическая проктологическая школа «Прокторус» аккредитована на портале непрерывного медицинского образования в качестве образовательной программы, что предполагает выдачу участникам мероприятия удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Когда-то вместе с друзьями мы поставили такую большую цель для всех нас, для всей группы менторов и наставников «Прокторуса» – образовать и научить тому, что умеем мы и то, что знаем мы, 1000 колопроктологов. Мы ровно, методично идем к этой цели. И если мне память не изменяет, около 400-450 человек прошли через наши курсы. Мы скоро достигнем нашей цели. Это делается для двух задач. Первое, чтобы наши врачи получили максимально эффективное образование в течение одного дня, увидели совершенно разные методики лечения столь социально важного, значимого заболевания, умели, были эрудированы. И вторая задача вытекает из первой – максимально безопасно и эффективно для пациентов проводили лечение.